Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Палт, а мы продолжаем играть в Метро 2033 Red Hux. Прикол в том, что я уже для тебя записывал одну серию, но она вышла без моего голоса, то есть меня там вообще не было слышно. И сейчас вот, я запишу для тебя одну большую серию, которая, возможно, будет идти час, поэтому мне ее придется поделить на две серии. Если ты увидишь то, что я с тобой не попрощался, то все нормально, так и планировать. Потому что серия, если будет слишком большая, то мне придется ее просто обрезать на две серии. Поэтому переходим к главам, депо, и начинаем, короче. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди... Давай, погнали. Я еще научился вот патрончики переключать. Почти приехали. Бульман должен ждать нас на черной станции. Кто, блин, стрелял деньгами, дебил. Осторожно, пригнись! Дьявол, понастроили всякой хрени. Да в натуре. Гляди в оба, иначе башку снесет. Ага. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Хуя себе. Вот это поворот. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Давай. Должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Свет не горит. На нахуй, на еще тебе, блядь. Отлично. Лёг. Начинается. Чё начинается? А, я понял. Я всё понял, братан. По пизде мы пошли, да? Мы сейчас уберёмся, если... Молись, чтобы мы не застряли. Блядь. Ух, хорошо, как прилетает. Еще что-нибудь возьми, о, молодец. Блять, не надо так. Тише, ребята. Давайте жить дружно, заебали. А ты хули там, блять, выскочил, а? Выскочил, выскочил. Держись! Держусь, блять. Вовремя я, кстати, сейчас наклонился. Так. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Конечно, достали. Хули мы еще тут делать? Сидят. Вынимается какой-то. Вот это что? Что это? Мутантские отродья. Они по пизде пошли. На нахуй. И чё? Чувак, чешь-то? Я вперед должен смотреть, типа, да? А ты чё думал? Да твою мать, ты чё тут? Убери! Гаси их, а то мы на Да ты, блядь, уйди. Сейчас вот отсюда вот будет сука орать. Блять, вот вот крыс, да? Кто, блять, ты? Вот ненавижу таких, которые звуки издают. Да съебись.
Да вас слишком много, чтоб я успевал по вам стрелять, алё. Да, блядь. Пиздец. Ох, хорошо-то. Ой. Я просто тут уже знаю, что до куда. Чтобы время не терять. Поэтому не торможу, иду вперед и только вперед. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Да ничего, ничего. Сейчас доберемся. Вот сейчас вот я быстрее просто все это дело прохожу, разумеется. Сейчас вот оно загрузится. Сейчас как пройдем. Кстати, в прошлый раз, когда я записывал, у меня быстрее загрузилось. Все, давай, погнали. А, вот. Аптечку дай. А, ну, не надо. Блин. Так, вот жив, здоров, банки эти отсыпать ничего не могу. Черт, ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Да уж забрал. Друзья, вы должны продержаться еще несколько минут. Да не продержимся, если. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Да это черный дурят, блять. Или аномалия какая-то. Скучать не приходится.
Кстати, там сзади слышно прям как люди визжат. Половина уже вон полегла просто. Опа, здорово. Да убейте вы его, блядь. Все, давайте не бить мне мозги, я все буду сейчас видеть. А вот летучая сука крыса. Да умри ты, блядь. Сейчас буду уже звуки издавать, которые я ненавижу. Так, опа, блядь, промахнулся. Да попаду сюда. Ага, вот, блядь. Сиди. Так, не вижу. Опа. Да, блядь, еще. Давай еще. Блядь. Опа. Давай еще. Опа. Хорошо. Давай еще. Блять. О, хорошо, попрыгаем. Попрыгаем, блять. Ты где? Пока все получше идет, кстати. Блять. Когда успел? Аптечка, нахуй. Да не визжи ты. Ты чё-то дробаш слабоват стал, блядь. Заметили? Как я? Нормально. Да в натуре дробаш слабоват стал. Чё, нормально? Блядь, вот эту вот херню. О, здорово. Ты тут, блядь, откуда взялся? О, хорошо, как одержались-то, охуенно хочу сказать, охуенно держались. Лучше, чем в прошлый раз, когда я снимал. Чуть все мотает-то так. Что произошло? Все подохли, да? Ну, пипец. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Окей, давай, бывай. Присматриваться я не буду. Так, не проходи, не вижу. Подзарядить надо бы. Так, поярче ебашь. Солнце мне тут просто в глаза светит, так фигово. Так, а тут вот сейчас маленький мразок. Опа, патрончики. Ах ты уёбище.
Уйди. Нормально, играй красиво. Блять! Хотел сказать, играй как профи. Да уйди ты, блять. Да сдохни. Да мразь ты мелкая. Ага. Все, дайте я съебусь. Блять. А тут что, кстати? Я тут не был. Хорошо. В прошлый раз я тут не был. Так, ну чё, мрази? Нормально, вон на противогаз дали. Снаряд побольше. А ну да, сейчас задыхаться буду. Потому что тут пожар. Пипец какой. Ну чё, сволочи, вы где? Ага, блин. А ты чё, блин? Я ещё косанул, да? Ага, бежит, блядь. Мразь мелкая. А, ну вот так. Допрыгался, блядь. Да, блядь, вот перезарядка сейчас не вовремя, но хорошо то, что не лица. А, назад, блядь. Отходим. Но тут кассет почему-то вообще не включается, даже в прошлый раз не включался, не понимаю почему. Так, ну давай, пошли, пошли. А, нельзя, да? А, не, можно. Все можно. Блин. Я шагаю по кровавому болоту. Чужая кровь хлюпает под моими сапогами. Мы с такой легкостью готовы убивать других людей. За место, пригодное для жизни. За кусок мяса, за идею. Наша цивилизация вся была построена на человеческих костях. Но и разрушив ее до основания, даже находясь на краю гибели от костей и зубов жутких, порождений нового мира, мы продолжаем уничтожать друг друга. У тех, кто погиб сегодня, наверное, тоже были семьи. Друзья, может, у них даже все еще были живы родители. Они погибли, защищая свою станцию от мутантов, а не от других людей. Но ведь в прорезе прицела и люди, и звери одинаково кажутся картонными мишенями. Сейчас я пытаюсь спасти людей от чудовищ, чтобы дать им возможность перебить друг друга сами. Ну давай, герой, херу. Пытайся. Чё мясо ты хочешь? Да блять, ты как сюда пришел-то, сука? Заебали. Ни жизни, ни хера не даете.
Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, но ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Да иди-ка ты в тень, блядь. Сейчас скину нахуй. Если бы твой дядя был сильным, он бы выжил. По крайней мере, блядь, пуль вас так много-то. Ага, блять. Как громко! Монстра размазала! Это граната, да? Блять, патроны проебал, сука. Ну ничего, сейчас так постреляем. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Ага. Вот в этом. О, спасибо. Хоть что-то. Тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. О, ну, ты можешь взять пострелять. Живем. Ой, ой, сзади подползает. Ага, молодец. Фигово держится. Ага. Так. Эй, сюда. Это что? Кажется, провод. Еще какой провод? Вон там! Ха, заебись. Уходим со станции? Угу. Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Молодец. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? А почему именно за детьми, блять? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я не... Думаешь, мы сможем попасть на небо? Да, ты будешь знаменитым. Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Мой брат пообещал привезти его назад. Мамочка, это моя мама. Пойдем, она меня ищет. Спасибо. Пусти меня к ней. Ты даже не представляешь, как много. Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах.
Спасибо. Я ему помогал, монстра убивал. Мы его сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Мам, я небо видел. Не принимаем. Нафиг они мне сдались, бомж, что ли? Ладно, пошли. Дежурная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ну нормально, нормально. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Спасибо. Так, сейчас у нас тут прокачечка. Аптечечки. Помогает от всего. Бери, бери. Не могу вам продать это, предзаказ. Фильтры. Потрошки. На дробовик вот так вот наберу. А то что-то маловато. Хороший выбор. А, нет, стой. Погоди. Пушки от лучших мастеров. Да продаю тебе. А то мне не надо. Все. Тебе спасибо. Так, тюнинг. Калаш. Ну, во-первых, глушак сейчас пригодится, это точно. Во-вторых, боезапас бы. Лазерный прицел, вмещающий. Вот магазин побольше ебанем. Так, с калашом у нас все. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро. Да у тебя уже барахло из кармана вываливается. Подумаешь. А, ну нормально ты. Так, окей, погнали. Чё? Проходите. Давай, пошли. Сейчас повеселимся.